Севастополе с ответным визитом Черноморскому флоту гостили югославские военные корабли. Юные севастопольцы приветствуют командующую югославской эскадрой контр-адмирала Богдана Петровича. Сапун-гора – одно из исторических мест города-героя. Югославские военные моряки возложили венок к обелиску славы, установленному здесь в честь павших советских воинов. На Малаховом кургане югославские советские военные моряки посадили дерево в память об этой встрече. Каждый день военные корабли гостей посещало много жителей Севастополя. 5 дней гостили югославские военные моряки в Советском Союзе.